Как настроить торгового бота, который будет автоматически торговать за вас и приносить пассивный доход каждый день, при этом без риска потери ваших активов и без риска ликвидации вашего депозита. В этом видео буквально за 15 минут я научу вас настраивать спотового торгового бота на бирже Bybit, который будет зарабатывать и постоянно увеличивать ваш торговый депозит. Почему именно Bybit? Ну, во-первых, на Bybit сейчас максимально продвинутые торговые боты, максимально удобный торговый терминал, лояльная поддержка и так далее. При этом при всем, если вы проживаете в России, то для вас нет никаких санкций, вы абсолютно спокойно пользуетесь биржей, у вас работает P2P и есть русскоязычная поддержка прямо в чате. При этом при всем, если вы регистрируетесь по ссылке под эти видео, то вы забираете все эти бонусы, которые вы сейчас видите на экране, а именно до 30 тысяч долларов к вашему депозиту за выполнение условий по торговому объему и пополняемому депозиту, плюс доступ к нашему торговому чату, торговому каналу и доступ к курсу по техническому анализу из более чем 30 видео при депозите от 300 долларов. Ну, вот здесь вы можете посмотреть более подробную табличку, какой бонус вы получаете от Bybit за внесение депозита и за торговлю. При этом при всем Bybit на третьем месте находится по объему торгов на деривативах, у него комиссия наравне с другими биржами, только более продвинутый торговый терминал и нет санкций для РФ. Ну, собственно, именно поэтому и Bybit. Ну, а для того, чтобы забрать все эти бонусы, которые я вам только что перечислил, вы переходите, регистрируетесь по ссылке под этим видео, далее переходите в Telegram бота, присылаете вашу ID и забираете все бонусы, которые я вам только что описал. Если у вас уже есть аккаунт на бирже Bybit, также напишите нам в Telegram, мы можем помочь вам перенести его и, собственно, забрать все наши бонусы. Ну, а теперь переходим к разбору того, что такое спотовый торговый бот, почему он максимально безрисковый и по какому принципу он работает. Смотрите, смысл торгового бота в том, что он автоматизирует торговлю в заданном диапазоне. Например, мы берем боковик биткоина от 20 до 30 тысяч долларов и, собственно, даем боту его проторговать. Он покупает плавной лесенкой ближе к нижней границе и продает плавной лесенкой ближе к верхней границе. Ну, мы сейчас это все с вами еще раз более подробно обсудим, когда будем запускать нашего бота. В чем смысл спотового бота? Спотовый бот торгует без использования плечей, фьючей, и поэтому на нем невозможно ликвидировать свой депозит. То есть, грубо говоря, если мы берем с вами нашу гипотетическую ситуацию, где мы запустили бота от 20 тысяч долларов на биткоине до 30 тысяч долларов, то есть задали им этот торговый диапазон, то самое плохое, что с нами может произойти, это то, что у нас с вами просто останутся биткоины на балансе. То есть мы сможем просто переждать эту просадку, дождаться нужной фазы рынка и, собственно, продать наши биткоины дороже. Как это будет выглядеть? Ну, допустим, гипотетическая ситуация. Вот у нас 20 тысяч долларов нижний диапазон, 30 тысяч долларов это верхняя граница. Мы запускаем бота на 25, и он начинает плавно покупать для нас биткоин, да, то есть лестницей постепенно по сетке, как мы ему задали. И, допустим, биткоин уходит, там, скажем, на 15 тысяч долларов, при этом торговый бот здесь у нас не ликвидируется, не дезактивируется, то есть он просто прекращает торговать и держит наши биткоины на балансе. И дальше, когда цена биткоина вернется в нужный диапазон, собственно, он начнет их реализовывать. Либо же мы можем просто отключить торгового бота и забрать те биткоины, которые, собственно, он для нас купит. В чем здесь отличие от спотовой торговли и почему, даже если вы просто накапливаете биткоин, вы можете использовать для себя спотовых торговых ботов? Все очень просто. Если вы будете покупать биткоин, скажем, в заданном диапазоне, да, от 25 до 20 тысяч долларов, вам нужно, чтобы получить хорошую среднюю цену, расставлять большое количество спотовых ордеров. Собственно, бот это может сделать за вас, вы просто задаете ему нужный диапазон, в котором нужно совершать покупки, он покупает, и у вас получается идеальная средняя цена, которую только можно было получить в заданном диапазоне. И здесь важно говорить о том, что все, что я сейчас вам сказал, это применимо только к спотовым ботам. То есть фьючерсные боты, они работают по другому принципу. Там можно как ликвидироваться, можно потерять все свои деньги, да, там можно больше заработать, но и рисков там сильно больше. У меня есть более подробное видео по настройке фьючерсных ботов на канале, вы можете найти его по ссылке под этим видео, если вам это интересно. Там также можно работать с плечами, да, там можно раздуть свой депозит, но, как уже сказал, выше, и риски там, соответственно, выше. Кстати, друзья, прежде чем мы продолжим, приглашаю вас подписаться на наш замечательнейший телеграм-канал. В рамках нашего телеграм-канала вы будете получать всю самую актуальную инфу по рынку, плюс обзоры по рынку от меня, плюс мои сделки я периодически здесь публикую, что я покупаю, что я продаю, и, в принципе, тут достаточно много полезного и интересного контента по теме крипты, статьи, подкасты и так далее. Если вы в теме крипты интересуетесь, то крайне рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, ссылочка находится под этим видео. You're welcome. 2000 years later. Ну а теперь давайте мы с вами непосредственно перейдем в торговый терминал на Bybit и настроим нашего спотового бота. А торговать мы будем с вами биткоином к USDT, то есть будем настраивать спотового бота на паре биткоин к доллару. Для этого нам нужно будет перейти с вами во вкладку торговать, нажать спотовая торговля. А можно еще перейти через инструменты в спотовых ботов, но там это будет не так наглядно. То есть мне хочется вам объяснить, показать принцип работы спотового бота. То есть у нас здесь сейчас с вами на бирже мы видим график за последние примерно полтора года, да, то есть от
июня 2022 до сегодняшнего сентября. А, какое у нас сегодня там? 29 сентября. Мы видим с вами то, что последние полгода от марта до сентября у нас биткоин находится в БКГ, да, и в идеальной вселенной, конечно, бот мог этот боковик расторговывать. То есть он покупал бы где-то вот здесь, ближе к нижней границе, и продавал бы здесь, ближе к верхней. А, давайте мы, собственно, без долгих слов начнем уже настраивать нашего торгового бота. Да, кстати, если вы вдруг не умеете торговать на споте, то у меня также на канале есть видео по бирже Bybit, тоже рекомендую вам к просмотру, ссылочка будет под этим видео. Ну и как создать аккаунт и забрать все бонусы, я вам уже тоже сказал, ссылка под видео, переходите, забирайте там наши торговые чаты, торговые каналы и бонусы до 30 тысяч долларов от Bybit. Итак, во вкладке торговать, что мы с вами делаем? Мы с вами переходим здесь во вкладку инструменты, и здесь там необходимо будет с вами выбрать спотовый грид-бот. Мы выбираем спотовый грид-бот, и у нас нам Bybit предлагает ИИ-стратегию. Что такое ИИ-стратегия? ИИ-стратегия — это стратегия от искусственного интеллекта, которую нам делает Bybit. Но здесь история какова? То, что я редко пользуюсь стратегиями искусственного интеллекта. Давайте на минутку отвлечемся, как я работаю с торговыми ботами. Я, как правило, перезапускаю их раз в несколько дней, то есть я выделяю какой-то бюджет, смотрю, в каком примерно боковике сейчас ходит рынок, до каких пор у нас есть потенциал спуститься, и, собственно, на эти значения настраиваю торговых ботов. Проходит несколько дней, бот этот боковик расторговывает, собственно, я его отключаю и перенастраиваю заново. Как по мне, это наиболее такой оптимальный способ. Тут редко получается так, что вы задали какой-то максимально большой боковик, что тоже можно сделать, но тогда и ваша прибыль будет меньше, потому что позиции будут меньше, сетки будут длиннее, и расторговываться он будет меньше. То есть давайте посмотрим, что нам вообще сейчас предлагает торговый бот, который нам вот автоматически настроил Bybit. То есть это просто вот максимально в тупую. Мы зашли, нажали одну кнопку и стратегия, и смотрим, что он нам предлагает. Он нам предлагает работать в ценовом диапазоне от 13 до 54 тысяч долларов. Да, собственно, вот таким вот образом будет выглядеть наш бот, то есть он будет покупать там, где зелененькое, и продавать там, где красненькое. Если мы здесь с вами график растянем, то мы увидим здесь красные и зеленые полосочки. Что это такое? Это сетки, да, то есть он предлагает нам 99 сеток поставить в текущем диапазоне, интервал у этих сеток будет 409 долларов, и прибыль на сетку будет от 0,7 до 3 долларов. То есть что это означает? Это означает то, что у нас вот здесь раскидано 99 ордеров, по которым он предлагает нам покупать и продавать биткоин. Эта стратегия имеет место быть, если вы хотите запустить бота, ну там, на год, на полтора, например, да, но если вам ближе та стратегия, которой пользуюсь я, то есть когда я захожу раз в несколько дней, там, модерирую своих ботов, перенастраиваю, как-то ставлю там какие-то на споте, какие-то на фьючах, то нам лучше будет с вами торговать, естественно, вручную. Поэтому мы переходим с вами во вкладку «Вручную», и здесь у нас есть с вами те же самые настройки. Давайте мы с вами представим то, что мы рассчитываем, что у нас биткоин будет дальше ходить в боковике, скажем, вот отсюда, да, то есть это примерно 24 500 до 30 тысяч долларов. То есть эта ситуация, как по мне, вполне реальная. Я думаю, что на протяжении ближайшего там, ну, может быть, не полугода, нескольких месяцев мы будем с вами торговаться именно в этом диапазоне. То есть этот диапазон, если мы настраиваем долгосрочного бота, его вполне можно отторговать. То есть давайте поставим, например, с запасом 23 500 и до 32 тысяч долларов. То есть у нас с вами получается такой достаточно большой разбег. Объясняю еще раз то, что это бот, мы его потенциально сейчас можем вообще доставить на несколько месяцев. Он просто будет нам расторговывать этот боковик. Теперь ставим с вами количество сеток. Давайте поэкспериментируем, я вам объясню, что здесь за что отвечает. Допустим, мы с вами ставим количество сеток 100. И обратите внимание, какие плотные у нас получаются полоски, да, то есть мы их даже при большом отдалении не видим. Мы видим с вами их только когда приближаем. Ну, давайте, чтобы было более наглядно, мы поставим с вами, например, 30 сеток, да, и, собственно, сейчас мы уже будем с вами видеть, как вообще торговый бот собирается для нас расторговывать вот это вот движение. Если мы сейчас рассматриваем с вами ситуацию, что биткоин начинает снижаться, бот будет как поступать? Давайте приблизим. Так, приблизим. Собственно, он купит в этой точке, в этой точке, в этой точке, в этой точке. Остановитесь! И, собственно, так постепенно до достижения 23 500. То есть у каждой отметки он будет покупать. Размер позиции, естественно, будет зависеть от того количества денег, которое вы положите в бота. Дальше, если мы с вами, например, поставим количество сеток 50, у нас стало большее количество ордеров, но для этого нам нужно будет с вами большее количество денег положить в бота. То есть для того, чтобы он адекватно мог это все дело расторговывать. А в чем преимущество большого количества сеток? То, что вы будете забирать более мелкие движения, и по сути у вас будет больше прибыли. То есть, ну, представьте. Допустим, вот, чтобы было понятно, да, вот у вас есть торговый бот, который торгует 20 сеток, я хочу на этом остановиться, потому что это реально важно. То есть представьте, первая ваша сделка у вас будет вот здесь, то есть он купит только здесь, да, потом, например, вот здесь. И получается, а продавать он будет только уже после там 27 тысяч долларов, да, например. То есть здесь смотрите, какой диапазон у нас движения, 425 долларов. При этом, если мы ставим, например, количество сеток 55, у нас становится больше замечательных зелененьких, красненьких линий, то мы здесь купим, здесь купим, здесь купим, здесь купим, но, естественно, при этом, при всем, у нас минимальный размер депозита, он тоже увеличивается, да, то есть вы видели, там, по-моему, было 49, когда мы ставим 55 сеток, то 536, да, просто потому, что еще раз боту нужно большее количество денег для того, чтобы этот диапазон расторговывать. Какое количество сеток оптимально выбрать? Я считаю, что
в текущем промежутке, вот как раз-таки 55, может быть 60, оно будет вполне себе актуально. То есть наш бот будет хорошо собирать движение, при этом у нас не будет какого-то излишнего количества сделок. Давайте еще один важный момент уточню. Если вы сейчас приглядитесь, то вы видите, что у нас сейчас идет в красную зону небольшой перекос. То есть смотрите, у нас красная зона, да, вот эта, она визуально чуть-чуть больше, чем зеленая. Почему? Потому что мы ближе к нижней границе боковика, которую мы выбрали, чем к верхней. Что это для нас означает? То, что если мы сейчас с вами запустим бота, то он уже сейчас для нас купит, соответственно, там какую-то часть позиции. Ну, наверное, вот примерно как с трех линий. То есть минимальная позиция в боте, насколько я помню, 0.01 биткоин. Ну и, собственно, это вот это количество биткоинов он для нас купит по текущим ценам. То есть, как будто бы он вот эту вот всю сетку забирал, условно. И здесь история какая? То есть, мы это все можем с вами настраивать точно так же, да? То есть, если мы перейдем с вами в расширенные настройки, они у нас идут необязательные, но мы можем сказать боту, где он должен начинать торговать. Допустим, мы можем боту сказать, что бот, ты начинай, пожалуйста, торговать только на 26 тысячах долларов. Okay. Что это означает? Это означает, что пока мы находимся в этом диапазоне, бот не будет совершать никаких позиций. То есть, он будет покупать только у 26 тысяч долларов и, собственно, ниже будет также идти и всю эту сетку заполнять биткоинами на заданное количество денег. Также у бота можно поставить стоп-лосс и тейк-профит, но я бы не стал этого делать именно на спотовом боте, потому что я вам уже объяснил принцип. То есть, если вы используете этого бота исключительно для расторговки диапазона, и вы понимаете, что даже если вдруг по каким-то причинам там биткоин провалится на 15, ну хорошо, у вас будут биткоины, можно сказать, что вы проинвестировали, да, и вам нужно эти инвестиции удержать, собственно, потом вы дороже сможете всю эту историю продать. Да, здесь нужно понимать, что это все работает только если вы умеете мыслить немножко долгосрочно перспективами, но, в общем-то, мои боты, да, которые настроены, это вы видите, там один из моих аккаунтов, у меня их несколько, на другом аккаунте у меня настроены такие более долгосрочные боты, которые просто откупают мне биткоин с максимально интересной средней ценой. Для этого тоже можно использовать спотовые боты. И важно сказать то, что вы можете использовать, естественно, не только на биткоине. То есть, если у вас есть какие-то, например, альты перспективные, интересные, которые вы хотели бы поймать максимально выгодную среднюю цену, вы также берете просто этого спотового бота, настраиваете, и, собственно, он вам соберет этот альткоин в рамках заданного диапазона с максимально интересной средней точкой входа. Друзья, прежде чем мы продолжим, приглашаю вас присоединиться к нашему бесплатному торговому чату от проекта Крипто. Собственно, в рамках этого чата вы сможете обмениваться с участниками своими сделками, сможете также подсматривать за чужими торговыми идеями и, в принципе, приятно проводить время, обмениваться опытом, получать помощь и поддержку на свои вопросы. Собственно, для того, чтобы в чат присоединиться, вам нужно перейти по ссылке под это видео и быть партнером по одной из бирж. Собственно, все условия будут в боте. Еще раз, если хотите присоединиться в наш замечательный торговый чат и находиться в нашей тусовке, то you're welcome. Переходите по ссылке под этим видео, активируйте бота, и он пришлет вам все дальнейшие подробные инструкции. Далее, давайте теперь касательно инвестиций. Смотрите, вот здесь на самом деле есть одна особенность. Помните, я вам говорил то, что минимальная позиция в боте это 0.001 биткоин, да? И история здесь какая? То, что у нас минимальный депозит, он сейчас 666 долларов. То есть это для нас означает то, что сейчас одна позиция у нас будет по каждой сетке 0.01 биткоин. И нам имеет смысл класть сейчас в нашего бота либо 666, да, чтобы он набирал по 0.01, либо умножать это все на 2, для того, чтобы он брал позицию уже по 0.02. То есть, допустим, мы можем сейчас с вами ввести 666, да, но давайте мы с вами, допустим, введем 1350, и теперь у нас уже будет позиция в рамках этого бота 0.002 BTC. И он будет у каждой сетки, собственно, 0.02 покупать, и когда будет рост, собственно, он будет всю эту историю продавать. Мы можем с вами сейчас еще раз проверить то, что мы правильно настроили нашего бота, 23500, 32000, так, проверяем количество сеток 60, окей, инвестиции 1350, я вам объяснил, да, как считать, то есть вы либо берете минимальную сумму, либо умножаете ее там на 2, 3, 4, 5, чтобы у вас было адекватное количество позиций. То есть класть какую-то промежуточную сумму особо смысла нет, насколько я понимаю принцип работы данной конструкции, потому что, еще раз, он будет в любом случае брать там 0.01 BTC. Теперь, собственно, цену входа мы можем поставить 26 тысяч, ну давайте мы ее сделаем 26 500, например. И, собственно, да давайте вообще, наверное, цену входа уберем, потому что мы же можем прямо сейчас запустить бота, да, мы просто не будем это ставить. И, собственно, вот для того, чтобы запустить бота, нам нужно, чтобы у нас деньги находились именно на аккаунте финансирования, то есть это важно, например, смотрите, да, то есть у меня вот есть какие-то там деньги на спотовом, есть на деривативах, есть на финансировании. Вот важно, чтобы для спотового бота у вас был именно деньги на аккаунте финансирования. Вот если у вас там единый торговый аккаунт, то там, по-моему, это как-то вся история по-другому устроена, я пока что на единый торговый аккаунт не переходил, поэтому у меня они именно на финансирование. Собственно, мы с вами что делаем? Мы с вами нажимаем создать сетку, да, он нам еще раз говорит, проверить, пожалуйста, все данные, нажимаем купить BTC,
все замечательно, наш торговый бот запустился, но вот он там, видите, показывается пока что с какой-то небольшой прибыли, потому что он нам уже накупил определенное количество биткоина. И теперь что у нас будет происходить? Будем снижаться, он будет нам биткоины докупать. Будем подниматься, он, соответственно, будет нам биткоины продавать. И если мы будем ходить в рамках вот этого небольшого диапазона, собственно, он будет всю эту активность на битке расторговывать. Так, друзья мои, постарался для вас максимально подробно раскрыть тему спотовых гридботов. Если у вас остались какие-то вопросы, напишите их в комментариях. Также, если вы хотите торговать, хотите развиваться в теме крипты, крайне рекомендую вам перейти и подписаться на наш телеграм-канал. Ссылочка находится на него под этим видео. Там я как раз-таки рассказываю, какие проекты я инвестирую, что покупаю, что продаю. Плюс, в принципе, много разного полезного контента по крипте. Ну и также напоминаю вам еще раз, что если вы будете торговать на бирже Bybit, регистрируйтесь по нашим ссылкам под этим видео, забирайте бонусы до 30 тысяч долларов, плюс доступ к нашему трейдерскому чату и нашему трейдерскому каналу, где как раз-таки я периодически выкладываю настройки своих готовых торговых ботов. На этом я с вами на сегодня прощаюсь и до скорых встреч.